засовываю их в машины. Куда засовываю? Он хочет кандибобером. Просто звездячку. Знаете что? У меня. Слушай, камень не сломай, ладно. Он тут дорог, кашпорт. Вот это и есть Да? Видео. Самое главное, чтобы там не жили. Если там живут медведи, то его проблемы. Если его вынет челюсть, он вынет, он медведи. Медведи там может. Сейчас камень уйдет. Поводок. Да, будет медведь, как медведь, он растет. Альплагер. Не за дерево больно. Нет, я его целею. Я помню, у нас одна стоянка была в прошлом году. И там, я не знаю, что там происходило, но он просто вытаскивал так деревья и так ломал, и все перетали. Ну, суки. Все вот такого примерно. Чего нет? Я думала, мы себе. А это он уже смог разогнать. Он ветер уже считает. А, вот сейчас самое интересное будет, да? Сейчас самое интересное. Любимый мой трюк. А вот его походные палки, да? Да, вот его походные палки. Трекинг, говорит, да. Вот его трекинговые палки. Знаете, его особенно его проводили 12 лет. Не, а он тогда хорошо справлялся. Ну, вот так. Его даже меча не нужно было сам справляться. Он обычно, если запрягали там с кем-то там биться, он первый уже рыцарь хватал за ноги коня. И этим на коне вместе с рыцарем. Авангард. Все. Ну ладно, посиди немножко. Да, да.